Всем здравствуйте, меня зовут Марина. Этот видеоотзыв я хочу оставить для прекрасного человека, для суперцелительницы Ирины Робинсон. К Ирине я обратилась с такой проблемой, как блок денег. Еще у меня была такая проблема, что как будто внутренний голос мне все время говорил: «Да зачем тебе это надо? Ну зачем тебе к чему-то стремиться? Зачем тебе зарабатывать деньги? У тебя и так все хорошо, тебя муж обеспечивает. Для чего все это?» И вот с такой проблемой я обратилась к Ирине. Хочу сразу отметить, что еще во время интервью это было очень приятное общение. Во время этого интервью Ирина мне дала какие-то подсказки, которые я буду использовать в дальнейшей своей жизни. С ней очень приятно было работать. Это была такая мягкая проработка, легкая сессия. Она сразу же нашла корень этой проблемы, и оказалось то, что вот эта программа бедности была еще заложена в моем роду. То есть это было несколько поколений до меня. Вот Ирина четко нашла вот эту проблему, искоренила ее, переписала сценарий, и ну просто вот эта сессия была супер. Мне очень понравилась, она наполнила меня вот этой денежной энергией, энергией уверенности в себе. Я теперь точно понимаю, что мне делать дальше. Реагирую уже на деньги совсем по-другому, понимаю, что мне нужно, чтобы добиться каких-то высоких целей, двигаться потихоньку, маленькими шажками, но уверенно. То есть не так, что я там себе придумала, что у меня там через месяц будет $20 000. Ну, это маловероятно, нужно потихонечку понимать, что постепенно я могу прийти к этой цели, начиная там с суммы, допустим, $3000 и выше. Вот, поэтому огромное спасибо, Ирина, вам за работу. Вы очень приятный человек, с вами хочется еще раз встречаться, приходить к вам. Огромное вам спасибо, я вас очень всем рекомендую и уверена, что вы сможете помочь в любой ситуации. Огромная вам благодарность.